Зрительный зал будет не хуже многих городских. Рабочая поездка Станислава Воскресенского в Лежневский район началась с посещения Дома культуры в селе Шилыково. На самом деле в этом здании располагается и администрация поселения, и библиотека, и МФЦ, и даже аптека. Все помещения за последние годы облагородили, кроме зрительного зала. В рамках нацпроекта «Культура» деньги нашлись и на него. Выделено 6,8 миллиона рублей. Помещение сами сотрудники Дома культуры называют больным. 20 лет никакого ремонта, только грибок, плесень и сырость. Демонтаж был сцен. Сначала мы всю грязь эту выбрали. Сейчас приготовили сцену под подкраску, побелили потолки. Будет настилаться новый пол. Стены подготовили тоже в зале под плитами будут обиваться. Но сейчас сразу пойдут, вот они профиля поставили, и сразу пойдут электрики. Будут кидать эти провода всякие. Зал на 150 мест. Правда, в ремонт не входит одежда, сцены и кресла. Вопрос решат силами местного бюджета. Вот глава района обещает, что найдет средства, чтобы кресло и звуковое оборудование поставить, с тем, чтобы к концу года уже жители смогли воспользоваться и получить, надеюсь, удовольствие. Работы планируют завершить к декабрю. Есть все шансы, что новогодние представления пройдут уже в обновленном. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Лежневский район.